Волшебно. Я загрузился. Ожидание игроков. Да. Ох, блядь, где? Я в Лузиане. Да. Мама, добро бедная. Пожаловать в Лузиану, сынок. Ожидайте других игроков. Ну, ждем, что делать. Скуяли, блядь, я кого-то должен. Приготовимся. Ждать. Нам сейчас, по-моему, направо. Погнали. Ура! Гаси того бронированного. Я устал. Ура! Все, дальше. Подсказка слева. Смотрим в оба. Я волыну достану. Да давай, доставай. Так. Форт Кармик. О, стрельба пошла. Куда это нам идти? Пока вроде прямо. Там следующая подсказка впереди. Так, а, подожди, да. Вот туда идем. Да ё-моё, долбаные банки. Ой, эту мразь не трогаем. Так. Здесь подсказка. Вот, вот видишь, ваншот. Где он? Где еще? Две подсказки. Вон там где-то. Блять, бежим! Я ее ебало стрельнул, она быстро откисает. Да просто свалим, не будем стрелять. От ее этих насекомых свалим. Так, на вон сюда. Я очень в жопу его. Банки. Ну, внутри должна подсказка быть. Оп, карта обновлена. Где у нас он? Впереди. Лесопильня. Короче. А, что, туда пошли? Да, туда надо двигать. О, баксы. Мани. Money. Give me my money. Чисто прямо. Лошадь. Бля. Сука. Долбанная Луизиана. Да, добро пожаловать. Офигенный вид. Да. Да тут всего звук есть в ханте, это вообще клево. Бля, я молот проебал. Да? О, все. Нет, все, идем дальше. О, я этот форт помню. Там впереди что-то вроде подсказки. Ну, мы все подсказки форт собрали. Не, он что-то синий, либо это огонь. Ну, впереди-то куда нам надо? Это босс. Но у меня он синий показывает. Ай, а, ну да, это босс. Это босс показывает. Долбаны таншеи. Нахрен стамину. Я спортсмен. Во-во-во-во-во-во. Впереди эта хрень. Ой, блядь, да ну его нахуй. Давай вправо. Блядь, Саня. Сваливай из воды.
Блять, тут вой... тут не обойти, тут в войде какая-то хуета. Ну, но мне надо, чтобы мне эффект травления прошел. А здесь у меня хил есть автоматически. Твою да, мать, там горелая. А, так они взрываются нахуй. А, ну да, стрелять нельзя. По-моему, у них стрелять нельзя, да. Не, у них можно, они взрываются. Но ты говорил, что лучше не стрелять. Учитывая, что мы на босса идем, да. Где-то стрельба была, вот где остальные охотники, хрен его знает. Ну похуй, босса не тронут, заебись. Они скорее подсасывать пойдут. Можно тут даже так дозраться, что они просто их убьют, а мы нахер заберем награду. Они его убили, нахуй. Да. Ну чё, ПВП? Блядь, потерять первый же, сука, лут, нахуй. Похуй, блядь. Бабок до хрена, ёб. Ну не сказал бы, что их дохуя, блядь. Нормальный, сы. Это, блядь, что за долбоёб сидит впереди? Где? Вот он, блядь, долбоёб сидит. Куда он делся? Вон там, возле метки был, там долбоёб сидел. Он на картонах сидел. Оп. Но, о, сука! Кустарный воин! Привет! А чё с ебальником? Добивай, добивай. А как его добить? А, скачай. Ты дурак. Бля, это дом контрольный ему. О, лут, спасибо. Чё, у него пистолет? Какие-то мосы. 50 баксов, нормально. Ну, у меня, да, это с чем-то. Там что, охотники еще дохлые? Вот, нет. Что бывает, смекалка мастера. Увидел чела. Готовься. Так, я вижу, где он изгоняется. Так, а там получится пройти? Слушай звук. Тихо. Видел. Там этот крокодил Данди. Блять, сжигаем крокодила на. Залетаем. Ура! Блять. Он вот здесь был. А, вижу! Он там, вдали. Попробую его обойти. Потерял. Тихо ты. Он дальше ушел. Волшебный. В окне. Ага. Ну чё, ебану? Он где-то бегает. Я зрение включаю. Он внизу, внизу, вот он. Вот здесь он. Вот а он. Я не вижу. Злутай, злутай труп. Всё, используй. Ага. Зрение. Я не знаю, он уходит или как. Награду забрал, но если... Вижу. Похуй, на выход можно съебывать. На выход погнали. Насрать на твой... Ну-ка... О, привет, давай сюда.
Он один, благо. Мани. Усиление темного зрения. Да, он все хуёвывал. Награду забрали, не помню. Так, тут где-то вроде... Ай-яй-яй-яй-яй! Может, через окно упадет? А, нет, забей. Где-то... Ладно, тут вроде чего нет. Все, сваливаем. Так, а где экстракшн-то? Он здесь? Лига... Литейный завод, да, это он? Литейный завод, пристань Гударда. Либо к ферме Золотые Акры идти. Либо... Давай, надо к ферме пойдем. Вряд ли, не высоко. А чё нельзя, не надо? Мы ебанемся. Это что, этот долбоёб сидит? А там нас этот чё может кем перейти? Не, ну если мы убежим спокойно, по-бырому. Пока у нас бафы действуют. Вот, в нижнем левом. У меня, по-моему, кончился, я никого не вижу. Не-не-не, внизу в левом это наш легкий. А, это ты про этот баф. Это эти бафы. Все, кончился. А, давай не забывать, нас еще все видят абсолютно, надо сваливать. Охуеть. Вот, мне... блядь. Я не понял. Сзади! Ну да, вот, за поезд. Сваливаем просто. Take it, boy. Fuck you. Урод, блядь. Сгибаем нахуй. Сваливаем. Первая лоска вполне успешно. Надо сваливать отсюда, пока при памяти. Подсосали чела, блядь, забрали лут. Ну и хуй с ними. Не убили босса, да и похрен. Главное, значит, свалить. Я... Халявные деньги, ну и нахуй. Да по факту, как бы деньги не пахнут. Какая разница, как они добыты. А патрон восполняется, когда я в логово пойду, или мне отдельник закупать надо? По-моему, восполняется, докупать не надо. Заебись. Я же говорю, тут не такая духота, как в Таркове. Бля, патрон. Оп! Он нас преследует. Я понял. Давай, разбегаемся, занимаем позиции для пизделки. О, чел, тут такая позиция, что он хоть где может зайти. Блять, хуй сос, хули тебе надо? Иди в пизду. Пизда, я сейчас, кажись, ёбнусь на. Просто бежим. Я похилюсь, меня отравили нахуй. Давай, вот это я понимаю, хант, блядь, тебе на нас охота открыта. Блядь, когда же меня спадет эта хуйня? Отойди. Там несколько секунд надо ждать. Все, я хилюсь и ебашим отсюда нахуй. Через Сваливаем. Окно. Все, давай. Да ёбаный... Оп! Проебался. Давай, давай, до связи. Ну он близко, блин, он бомбы кидает. В лес, нахуй. Он мстит за друга, надо съебывать. Да какой друг, он один был? А тут урод в кустах вообще не с ним, наверное, был. Блять, ну... Ёба, нам еще бежать и бежать. Да блин, что так далеко? Кукурузная поля, ёпта. А ты хочешь, что еще 30 секунд как-то предстоит обороняться? Я знаю, вот это меня пугает больше всего. О, вороны. Блять, там мать старая. Оп-оп-оп-оп. Блять, я выдохся, за мной еще какая-то манда идет. Я, кажется, попался какой-то алкаш. Давай. Давай, почти у выхода. Я просто боюсь, что мне сейчас спину нахер. Он идет. Да иди ты нахер, мудак! Да иди ты нахуй! За мана все БК истратишь на нас. Где выход? Тут где-то должен быть, я не знаю. Вон лодка, где? Вот эта лодка, нам к ней. Давай, 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 беги!
А, офигеть, я подхожу, у меня это твои секунды. Прячемся в кустах. Отлично, пароход еще выдает нас. 5, 4, 3, 2, 1. Сосать. Вражеский игрок мешает эвакуации? Раз. Оп! Вон он. Откуда? А. Я слева обхожу. Нихуя! Ты бы справа лучше обходил, что ты сидишь-то? Тихо, я тихо. Давай. Он здесь. Аккуратно. В кустах? Он здесь, вот прям за этой хуйней. Где он нахуй? Он что, свалил? Не понял. Он, походу, ливнул. Серьезно? А, там таймер эвакуации был на максимуме, я, наверное, подбежал. Блять, как... Ой, сука. Ну и хер с ним. Или же сейчас посмотрим. Не, сейчас мы свалим. Завершите первый контракт в режиме охоты за наградой. Так. А все, нет еще ожидания. О! Два босса, мясник и этот предыдущий, не помню, как его зовут. А, мы его не убили. На ночах. Ну, он там. Ой. Где... А что, боеприпасов так мало? У меня 12. Это вроде ненормально. Не. Сколько у тебя, 12? 12. Ну там вроде больше должно быть. Вроде у меня честь должно быть 40. У меня 28. У меня, да, у... Не, это стандартно по патронам, чтоб ты, долбоеб, не бегал и не стрелял все, что движется. Это ограничение по патронам. Мы ждем кого-то, че идти-то нельзя. Я не знаю. Сервер, что ли, сдох? Ну, заебись. 8 ебучих часов спустя. Ожидание других игроков. О. Спасибо. Аллилуйя. Погнали. Две подсказки сразу. Угу. Но они могут на разных боссов вести. Блин, ну можно, в принципе, мясника попробовать. Если повезет. Ой, эвакуация. Уходим. Блин, это хрень. Похрен, попробую. Ну, я про это имею в виду. Нормально, нормально. И, а не, ее можно убивать, нормально. Ну, я же говорю, она на один выстрел готова. Get out, my boy! А их две. Так, одна здесь должна быть. Дождь, конечно, не радует. Вот она. По-моему, она прям внутри. Да. Под нами. Под нами, точнее. Да, вот она. Ой, блин, привет. Давай. Так, где? Мясник, слышишь? Какая ближе? Вон вроде еще есть. Лен. Не то. Вон, тут еще одна есть. Мясник изгоняется. Да, блять, уже мясника опоздали. Завалили. А мы не знаем, где он. А, не, вижу по картам. На тап посмотри, он сзади нас.
Можем пойти к мяснику и добить. Можно, да. Ну, ладно. А толк, если мы уже не знаем. Ну что, наши действия? Пойдем к метке, пойдем к другому. Да, дальше пойдем. Как вы помните? Или ой, попробуем... сука, пошел ты. Кого? А. Ну, дождь успокоился чуть-чуть. И туман рассеялся. Мы успели быстро мясника завалить. Ну, вот так. Его, по-моему, можно даже без следов найти попробовать. Но это не точно. Чел, чел! Порт Рике. На нахер! Уебал? Убей, убейте первого вражеского охотника, первая кровь. Надо как-то подняться. Вот, вот, вот. Типа. А, это здесь босс! Да? Да, по мне. Нажмите он. Откуда? Я не знаю, спереди где-то. Темное зрение, нажми, это босс. Блять, по мне! Справа где-то. Он вот отсюда. Внутрь. Чё, помогай! А, ём. Тут чел, ты чё, серьезно? Я в другой стороне был. Кашляет кто-то. Он спрыгнул в окно. Вон я там. Таланул. Окно мешает. Это ты кинул? Нет. Взрывное? Нет. Либо я попал по бочке, потому что я в бочку целился. Карта, блин, была. Бегай где-то. Да. Внизу. Под нами. По земле слышу. Вижу чела. Нет. Пришли. Блять. Вон там. Еще охотники. Так, на одно окно двое толпиться не хорошая идея. Но шо. Изгнание просто ждем, пытаемся. Не вон там, то здание. Я хочу дебилу. Дождь усиливается. Под нами. Либо снизу очень здесь, вот, или... не. Это плохая идея. Я думаю, они ждут, пока босс уйдет, и они будут нас уцеливать. Наверное. Че, предлагаешь контракт бросить? Тоже неохота делать. У нас, смотри, либо два варианта, либо... Где мы сейчас? Нам предстоит бежать глубокое озеро, гиблое озеро, мимо него, а там челы. Либо бежать обратно на... А, забей кладбище, оно вышло. Забей, все. Либо это означает, что челы вышли там.
кладбище. А, ланж. Где мы были? Я не вон знаю, чел, вижу. Вот там. Перебежали. Попал. Да, вот там. Я попробую туда взрывчатку кинуть. Далеко. А, ну да, она вниз упадет. Так, 99%. Что делать? Что предлагаю? Забираем. Либо мы забираем и валим. Нахер мы сюда пришли? Не знаю сразу зрение. Под нами, к нам идет. Я тут понимаю. Да, он сидит, он ждет. Все прекратило. Он все еще тут. Они идут, они идут. А выпрыгнуть некуда. Бля, хуй себе. Они внизу. Я прям по зрению. Ну, я в окно, конечно, может, если сиганем, то, может, выживем, но хп потеряем. Мы по карте еще даже видели. У нас выбора нет. О, я спрыгнул, нормально. Тут можно. Да нахуй. Открывай его. Блять, ладно. Прикрой. Валим. Вообще не звука, нахер, просто бежим. Ножом всех. Кто за мной бежит? Кто? Фрики эти? Блять, много их. Уходим, мы нашумели. У меня кровотек. Уходим. Нормально? Да у меня все норм, я тебя прикрываю. Если не факелся, чекаем. Валим, валим. Ой, блядь. Так, нам на выход надо бежать, короче. Ну, я вот пытаюсь отсюда выбраться, с этих дебрей. Можем обратно бежать, попробовать, где мы спавним. Давай через это поле. Не говорите, что... Ладно, нет, здесь это должна быть карета. Вот здесь. По-моему, она. Она. Мы, по-моему, отсюда и шли. То есть вернулись обратно. Не, это политика активизма. Ну, оборону занимаем. По добру пожал. Фу! План на день, пройдите испытания. Ну там на вкус. Спасибо. Шлюха. Где подсказка? Дальше. Дверь сломал голову. Опа. Так и здорово. Подожди, мне кажется, тут игроки. Прям нормальные. Мясник. У нас мясник. Вон там подсказка. Ладно, двигаем дальше. Что-то мне не нравится тут. А, ну нам в этот фор. Там где? Может он там. Слушай, может быть. Блин, что-то у меня ощущение, что он реально там. Он здесь, сука! Не, это убийца. Это не... А. Ну выбираем, можем подсосать или же за своей добычей. Мне кажется, сейчас они и этого, блядь, найдут раньше нас. Бучера. Берем бучер. Перевидим мясник. У подсказок пальба. А здесь, подожди, у нас. Что это? Ну просто есть варик, что подсказка будет на этого. А, там он изгоняется.
Почему я здесь что-то слышал? А. Так, стоп. Не понял. А, все, да, забей. Не-не. Ну, что делать? Идем на стрельбу. Там подсказки. Надо быстрее. Ну, торопимся. Если они возьмут зрение, они нас поймут. Да. Здесь. Оп. Одна дробь, спасибо. Ой, железо-то как слышно. Не один. Пать. Ну да, мы же два играем. Ну чё, погнали? Ой! Я умер. Моментально? Да, меня прям жахнуло. Что меня так убило? Хороший вопрос. Это какой-то снаряд был. На нахуй! Хорош. Сука, он тут сидел, блять, я тоже помер. Я тот же. Позиция убийцы. Просто сидел. Да. Мина-ловушка с ядом. Охуеть, тут такое есть. Ехать. Блин, капканы надо покупать. Да зачем они вроде по локации разбросят? Хотя, капкан... Не, когда мы будем босса изгонять, чтобы оборону выставить? А, ты этого персонажа? Я этого покачаю. И такой пишется, ваш персонаж умер. Да. Наймите на руку. Ох, ржать буду. Ну, поехали. Я готов. Так. Оружие взял? Да. То есть проверил? Да, да, у него свой револьверчик левенький. С ножичком. Ну, да. Ладно. Смотри, у нас мясник. Так, справа. Блин, такое ощущение, что чувствую, что здесь мясник. Блять, почти. Ну, спасибо. А эти... А, тут промиссар есть? Да. Прикольно, не знал. Теперь знаем. Босс. Прямо тут? Здесь, да-да-да. Да здесь он. Он в этой хибаре? Я слышу его. Ну не будем томить. Да. Хлама клюв. Так, я фильмов. Нет. А где? Ой. Блять, тут колючка! Охуеть, он меня хп снес. Уходи. Вроде а, у него триггер. Да, он сюда не ходит, это он в своей области только. Это что? Это его хрень колючка.
Пиздец! Блять, походу сейчас сдохну. У меня БК кончились. Все, мы убили его. А, как бы только. Ты пофиг. Блять. Тихо, все. Не могу. Ай, ай. Так, надо здесь БК найти. Шипучки расставил здесь. Да, он в этом отличается. Он колючки ставит. Ты пробегать не можешь. Он меня так и поймал. Да, бля, патрон... чего тебе тут так бедно, засранец? Где патроны? Да, блин. Не издевается? Да. Нету патрон. Блять. Ну я могу, в принципе, как-то подхватиться, у меня тут еще пистолет цел. Ой, блядь, ты иди нахуй. Ой. Блин, а попробую внутри еще поговорить поискать. Не, это рофл, пиздец. Вот у вас что, блядь. У меня чел. Иду. Уебал. Тут трое, пиздец! Чел зажигает меня, я одну ушатал. Пиздец. Трио пришло. О, да, они вот впереди. Работает. Одного я ушатал, они сейчас поднимать будут, наверное. Под тобой. Слева. Вот здесь они. Тебе идет. Подняли мадам. Вон над тобой она лёг. Ось, пиздец ты. Тихо. Готовься. Тебя сейчас нас сверху снимут. Уходи, уходи, уходи. Бежит. Оп, оп. Положил. Прям над нами. Вот ты зараза. Тут еще чел с дробовиком, вообще аккуратно. У меня и коктейля нет. Только вот загрелся. Дикарь этот. Попал. Ты как, ходи. Сейчас поднимусь к ней. Оп, оп. Она на улице. Это не она, скорее. Она еще по доскам ходит. Надо, блин, за награды идти. Пока с этого. Я ее вижу. Убил. Хорош. Так. Я поднимаюсь. Будь, нет, я поднимаюсь. Тут, может, тут еще и был. Это я. Он где-то здесь может сидеть. Он, она, может, награду забирает. А он не вдруг чела поднял? Блин. Не знаю, так, возьму эту хуйню, давай. Пошли обратно. Выстрел. Блин, давай быстрее, надо забирать. Так, все? Я подобрал, да. Осматриваюсь. Так, над нами. Два отряда, еще здесь отряд. Пиздец. Сами сваливаем отсюда. Уходим, уходим этим путем. Сам, почему у меня зрения нет?
А две награды все можно взять. И одну, одну. А, другую щел забрал. Урод. Не. Блять, пиявочный. Где выход? На, сюда, сюда, сюда. Не, ну мне чуть помощнее взять. Что-то эта винтовка такая себе, чел вообще. Тут главное в башку попасть, это фатально будет. Не, я ему кровотеки сделал. У меня, кстати, револьвер уникальный, он кровотек накладывает, что-то там еще. Так, я выдохся. Да все, хорош махать, господи, успокойся. Фу, ну закончилось пока нормально. Выжили. Там чьё, на который меня с дробовика с огненными положил, это вообще не их... Чувачок, потому что у нас дробовик. Это, ну, я говорю, это другой склад. Да, он ушел куда-то. Что-то дропнуло меня с инетом, давай-ка уже заканчивай. Че, все это последнее? Ну да, а то что цена это не то, на всякий случай. Ай, блин. Блин, получается, что я свой дробовик просрал. Ну, получается, да. Нет, блин, он ушел купить. Ну да. А мог не покупать. Если что-то соединить с инетом, драбы, лучше не рисковать. На выход.